Здравствуйте, Алла Казакова. Это скорая телевизионная помощь 601005, абонент «Союз». По этому номеру вы всегда можете получить поддержку, консультацию и помощь. А сегодня мы продолжаем рассказывать об акции «Народная память», в ходе которой активисты партии «Союз» восстанавливают заброшенные памятники героям Великой Отечественной войны. И сегодня с этой благородной целью мы приехали в село Колодезное Красногвардейского района. Для большинства жителей Колодезного это необычайно ценный исторический памятник. Этот знак напоминает им о подвиге и героической смерти односельчан во времена Великой Отечественной войны. А для восьмиклассника Артема это еще и могила предков. У меня мама Чуб, этот Чуб захороненный. Ну как это он мне как дедушка был, ой, не дедушка, а дядя был у меня. В этой братской могиле покоятся активисты местного подпольного партизанского движения. Эти люди отдали свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками. Вместе с семьями и даже маленькими детьми их расстреляли и зверски бросили в колодец. Но односельчане сохранили память о подвиге героев и перезахоронили их тела в центре поселка. Именно от этой истории и пошло название села Колодезное. Мы об этом не забываем. Мы каждый год с детьми, с нашей поисковой группой приезжаем и наводим порядки в этих местах, то есть в наших могилах и памятниках наших защитников Родины. Ежегодно активисты партии «Союз» совместно с жителями села Колодезного и школьным поисковым отрядом отдают дань памяти героям. Уже традиционно здесь проходит субботник. Школьники с радостью приходят на акцию. Они знают историю родного села и берегут ее. Ощущают, прочувствуют все то, что связано именно по воспитательной части. И трудолюбие, и все-таки бережное отношение ко всему, что их окружает. И, естественно, память о тех, кто за нас боролся, воевал и отдал жизнь. Ну и кроме субботников по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны, партия «Союз» в Красногвардейском районе проводит ряд акций, приуроченных 9 мая. При поддержке союзовцев местные поисковые группы готовятся провести захоронение неизвестных солдат. Ведется работа по сбору информации, поиску родственников героев, которые погибли на территории района. Ну и это еще не все. В село Колодезном к 9 мая мы проводим также акцию, значит, «Доброе утро, ветеран», который утром раненько дети, значит, с цветочком, с открыточкой посетят наших ветеранов, поздравят. И то есть вот в контакте с ними, значит, дети узнают больше о войне, в общем, о тех подвигах, которые были совершены. Каждый год к колодезю, в котором погибли его предки, Артем приносит цветы. Помня об их подвиге, мальчик вошел в состав местной поисковой группы и помогает восстанавливать и другие памятники в районе. Он гордится своими предками и хранит память о них, как и все его односельчане. Вокруг Колодезного буквально усыпаны этими яркими красными дикими пионами. Этих цветов здесь никто нарочно не сажал. Они выросли на местах, где пролилась кровь героев Великой Отечественной войны. Каждый год перед 9 мая они распускают свои пурпурные головки в память о тех, чей подвиг бессмертен. В одной из наших предыдущих программ мы рассказывали о заброшенных улицах города Евпатория. Еще недавно на этой дороге местные жители буквально ломали ноги. Но, похоже, сегодня ситуация изменилась к лучшему. После 10 лет безуспешной борьбы с нерадивыми чиновниками эта дорога заметно преобразилась. Правда, чиновники здесь ни при чем. Городская власть по-прежнему игнорирует проблемы жителей. Навести порядок на улице помогли депутаты от партии «Союз». Во всяком случае, старушки теперь спотыкаться не будут. Большое спасибо еще раз. С этим безобразием пора кончать. И не только в этом дворе, а все в городе. Надо отметить, что на инициативу союзовцев все же откликнулись представители местного ЖК. Помогли с техникой и рабочими. Попович Иван Михайлович, вот большое ему спасибо с его, так сказать, коллективом. Вот, и, в общем-то, благодаря ему и, в общем-то, нашим усилиям мы все это закончили. Хорошие новости в Симферополе. Благодаря активности союзовцев удалось сдвинуть с мертвой точки проблему на Тургенева, 15. Еще каких-то несколько дней назад подъезды в этом доме были по-настоящему опасными для жизни людей. В прошлом году на этих ступеньках сломала ногу ветеран Великой Отечественной войны. Ну, мы как всегда пошли по цепочке. Мы обратились в ЖЭУ, местный ЖЭК, заставили все-таки нашу власть все это сделать. Спасибо, конечно, ЖЭУ Киевского района, которое нашло средства.
И смотрите, лестница, я даже не ожидал, что в таком хорошем состоянии. И очень быстро, молодцы, сделали. То есть вопрос решен. Теперь Александра Федоровна и все жильцы этого подъезда и гости могут спокойно, безопасно, так как и должно быть, пользоваться тем, чем мы должны пользоваться. Скорая телевизионная помощь уходит на каникулы. В следующий раз мы встретимся с вами уже осенью. Но это не значит, что наша работа прекращается. По-прежнему к вашим услугам горячая линия партии «Союз» 601005. Звоните. По каждому вашему обращению работают активисты и депутаты «Союза». До встречи в новом сезоне.